детей учу, детям говорю. И вот в результате всего этого, вот, пожалуйста, есть две книги. Вот эта книга вышла, написана детьми, на мою книгу, их реакции, где, как они реагируют на ту историю, которую я вам сейчас рассказываю. Это я одна книга. Покажу нашим телезрителям эту книгу. Значит, и вот это... Эта книга, я подчеркну, была сделана на основе ваших встреч с канадскими детьми, да? Это было на основе встречи с канадскими детьми и на основе моей английской книги. Да. Эта книга, буквально на днях была презентация этой книги. Трудно передать. Это дети написали 6, 7, 8 класс.